Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники Олуха. Так, начинаем, как всегда, с открытия пака. Бесплатного, загадочного. Так, ну что, монеты Одина. И тут у нас кревет. Плюс душитель. Громорог отпрыск. Ну и пошли ресурсы у нас с тобой. Так, шикарно. Кстати, мы с тобой зал совета прокачали. Да, друзья мои. Теперь нужно будет, чтобы дальше прокачивать, 7 драконов, как ты видишь, 42 уровня. Так, секундочку, подожди-ка. Тут у нас, давай-ка найдем снеговика. Я его заберу обязательно. Что же это за яйцо такое, а? Чудесное должно быть. Так, погоди-ка, что это у нас тут за арена? Я не понял. Угу, это академия. Это, ребята, академия. Блин, я могу расширить ее, если честно. Вот единственное, что не знаю, надо это делать или нет. Так, что у нас тут по заданиям? Поищите крылатого ужаса. Крылатого ужаса. А нужно ли нам его искать, а? Нужно, потому что у меня уже... Ха-ха. Да, Беззубик уже давно-давно туда улетел. Так, кто-то говорил: Рэй, а зачем ты ищешь древесину, если у тебя уже склад весь заполнен? Ребята, он заполнен, склад, но эта древесина идет в запас. Вот здесь она откладывается. Так что не думай, я не впустую это делаю, да? Не впустую заставляю наших дракончиков работать. Так, что у нас тут? Ага, близнецы крадут драконов и идут искать валку. Какую еще валку? Валку они идут искать. Так, что нам с тобой? Давай, вот руну, руну. Да, руна, отлично, ребята. Ох ты, 350 рун. Слушай, это шикарная, ребят, награда на самом деле. Так, яйцо, да? Ну что же, проверьте драконов, бесплатно. Так, а тебя мы отправим тоже в приключения. Давай, в драконий край, пожалуйста, лети. Ну и что у нас тут интересно? Так, рыбка. Окей. Мы можем его на обучение отправить. Но я сделаю немножко по-другому. Да, ребята, так, да вернись ты, господи. Ты пойдешь у меня на обучение. Хотя, подожди-ка. 100% мы что-то можем с тобой новенькое построить. Например, хижина викингов. Ух ты. Ферма Яков. Коттедж викингов, ты серьезно? Погоди-ка, мы же можем с тобой, наверное, дровницу улучшить или нет? Ага, нужно больше викингов, понял. Ну что, давай тогда самое простенькое, 3 минуты, да, хижина викингов. Куда бы ее поставить-то? Вот здесь вот. Вот тут пускай себе стоит, да? В уголочке 2 минутки я уж как-нибудь-то подожду. А ведь могу еще? Могу. Куда вот это вот? Куда? Ну, давай куда-нибудь вот здесь вот. Я думаю, не будет он здесь мешать. Викинги там смогут себе спокойненько проходить. А что еще можно влепить? Например, ветряная мельница. Она будет строиться немножко дольше. И... Че, неужели у нас места нету только именно там? Ну, получается так, ребят. Хорошо, я вот куда-нибудь вот сюда ее, да, поставлю поближе. Нет, лучше в уголок. Все, вот в уголочке пускай стоит. Так, дальше что у нас тут? Ферма Яков, но тут нужно 1,5 миллиона древесины. У меня даже склад пока не позволяет столько держать. Его, соответственно, нужно будет улучшать до 1,5 миллиона. А может быть даже до 2 миллионов. Посмотрим, сколько там дальше получится. Так, ну что, давай посмотрим, что у нас тут с тобой на обмене есть. Ну, ничего хорошего, да? Абсолютно ничего. А что ты мне предложишь? Где ты там? Торгаш, ты где? Его нету, да? Он, видишь, классический набор мне предлагает за 1250 рун. Ох ты, смотри, какие тут, ребята, дракончики, а. И хочется, и колется. Вот серьезно тебе говорю, и хочется, и колется. Я отказываюсь. Вот. А что вот? Мне нужны только лишь знамена.
А здесь нет знамен. Так, хорошо, давай заберем с тобой янтарь блестящий и закажем следующий обмен. Так, окей. Что у нас тут с тобой получаем? Так, напитки. Мы давно, кстати, не смотрели, что мы можем получить за напитки и сколько вообще у нас накопилось уже их в конце концов. Давай-ка, наверное, так и сделаем. Так, подожди-ка, тут у нас еще редкий пак, насколько я помню, да? Готов открыться. Костолом, лаварык, громобой, кошмарный пристеголов, экзотический шепот смерти, громобой-защитник и барс и вепрь. Вот так вот. Прокачались слегонцушки, да, они? Так, что у нас тут за события? Давай глянем. Через 7 дней... Ага. Но это только для драконьих наездников. А мне сюда путь закрыт. Ранний доступ, понятно. Как всегда, ребят. Ну, а выживание я не потяну. Так, где у нас за напиток? Подожди-ка секунду. Ага, вот. Напитков у нас с тобой 2590. Ну, это, ребята, мало. Я, наверное, ничего не смогу. А, нет, смотри-ка, я могу купить себе редкого... 1000 стрела. Слушай, а давай возьмем, наверное, его. Это только для драконьих наездников. Так. Снежно-шапочник. Он напоминает мне... Ну, ты понял, кого он напоминает, да? А что вот этот вот делает? Так. Древесина. Это на максимальном уровне, да? Он и железо добывает. 1000 стрелам принадлежит рекорд среди драконов по количеству производимых выстрелов. И если у одного дракона заканчивается топливо, остальные члены стаи делятся с ним своими резервами. Какие топливо, о чем, ребят? Ну, в любом случае, я, наверное, все-таки куплю этого дракона. Вот так вот. Редкие, друзья мои, редкие, ты понимаешь? Редкие дракончики — это очень хорошо, они ценятся. Вау, как он быстро вырос, а? Так, хорошо, эти пока пускай у нас постоят. Я хочу кого-нибудь, ребят, еще отправить. А что у нас тут? Ага, громорог. Громорог получил уровень. Пускай тоже летит, обучается, да? Погоди-ка секунду. Ага, тройной удар. Прокачался, да? Новая способность, теперь он может... Наверное, добывать древесину или еще что-нибудь в этом роде. Блин, почему-то мне хочется, друзья мои, вот улучшить академию. Не то, что улучшить, а расширить ее. Так, домики-то уже готовы. О, дровница, да, уровень 13. И лохань для рыбы. И чтобы это улучшить, сколько нужно? 950 рыбы. А здесь... Вот это я могу уже поставить, в принципе, на постройку. А здесь не хватает, да? Да фиг с ним, ребят, пускай. Ну, позаимствовали мы с тобой немножко рун. Ну, подумаешь, да? Мы с тобой 350 только что вытянули. Так, и остается у нас... Погоди-ка секундочку, а что у нас остается? Давай-ка глянем. Угу. Изваяние. Изваяние — это тоже хорошо. Так, изваяние быстрых когтей. Больше трофеев за каждую победу в схватке. А изваяние вождя? Понял. Изваяние, так, быстрых когтей. Ой, подожди, подожди, нет. Я же просто хотел посмотреть, что дает это изваяние. Просто хотел глянуть. И видишь, он сразу же меня... переключил на покупку. Ну, пока вроде бы здесь все, да? Так, ты быстрее беги за рыбой. Слушай, а почему здесь я не могу расширить? А, нужно 250 викингов, понятно. Ну, я думаю, что вот в скором времени мы с тобой здесь расширимся. Так, это у нас ветряная мельница, да, строится? Отлично. Так, тебя покормим чуть-чуть.
Такая у него, да? Голова нехилая, да и сам по себе он такой некислый. Ну что, бежим с тобой тогда прямиком на арену будем. Что тут-то у нас такое? Расширить? Нет, зачем? Мне хватит пока и двух вот этих вот мест. Ну, а мы с тобой бежим за паком вождем. Поехали, ребят, смотрим, кто нам здесь выпадет. Блин, тройной удар, наверное, убрать надо было. Наверное, а может быть не надо. Сейчас посмотрим, как пойдут дела. Блин, как всегда, по уровню, да? Кстати, а мы же с тобой теперь сможем прокачивать. Да-да-да-да-да. Помнишь, мы не могли с тобой прокачивать дальше драконов? Потому что, типа, надо было поднять уровень нашей деревни, да? Теперь мы его подняли, соответственно, дальше мои драконы могут прокачиваться. Точно. Я только сейчас это вспомнил. Так, погоди-ка секундочку, что-то мне вот это все не нравится, как у нас тут идет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты смотри же, что делает, а? Ты ж полюбуйся на этого пристеголового. Причем их здесь двое. Хотит уничтожить, да? И уничтожит, скорее всего. Да, ребята. Ну что же, наша очередь выступать. Отлично. Так, они... Нет, не стали, ребят, тратить на суперудар, они... Ох ты. Кританул, молодец, спасибо тебе большое. Тройной удар, неплохо тебе получилось. Естественно, сейчас добьет. Конечно же. Вот так он, да? Ну, а мы с тобой тогда добьем его. Шансов у него здесь на выживание, соответственно, нет уже. Так что добиваем. Все, ребят, первая победа. И мы с тобой смотрим, какой же нам выпадет пак здесь. 30 кубков. Обычный, к сожалению. Ну что же, первые три дракончика, побежденные нами, есть. А мы с тобой продолжаем. Так, красный, синий и фиол. То есть солянка получается. Ладушки. Громорог. Плюс прихвостень. Ну что же, начнем, наверное, с тобой с громорога, я думаю. Надо от него избавляться. Я не хочу, чтобы здесь был бафер, хотя и прихвостень тоже мне, честно говоря, не очень здесь нравится. Так, давай-ка мы... Ох ты! С критом! Замечательно! Молодец! Тройной удар. Как-то звучит немножко странно, да? Тройной удар. Опс! Все-таки он, да, сравнял счет. Ладно. Хорошо, так, с пониженной защитой, я думаю, он здесь долго не протянет. Так. Сейчас мы его добьем. Сейчас мы с тобой его добьем. Вот так вот. Ну что, змеевик, наверное, тебе пора отдупляться. Понижаем защиту. Он добьет мне, конечно, громобоя. А, нет, хотя да, добьет, добьет. Он хвостом бьет. Но не туда. Это его роковая ошибка. Прекрасно. Видишь, как викинги там сзади радуются за меня. Вот так вот, друзья мои. Ну что ж, двигаемся дальше. Еще четверых драконов нам нужно с тобой победить. И если будут давать соляночку, это самое то, ребята. Да, как раз мы с тобой попали. И причем состав команды напоминает вот предыдущий. За исключением, конечно, Костолома. Так, ну что ты там, змеевик? Слушай, нам, наверное, надо вот с этого начинать. Сейчас уберем с тобой... Ага. Костолом, а дальше, наверное, будем брать... Тихо, 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 успокойся. Так, змеевик. И костолом ходит. Укусит. А, нет, вон он что сделал. Так, мы его добиваем. Давай так. И прихвостня. Надо его уничтожать. Так, энергии пока у них мало, но они добьют тройного удара, да. Ребята, мы с вами, мало того, что мы их в немоту отправляем, да, еще наносим урон. Ай-яй-яй-яй-яй, вот это непростительно. Но нам нужно его вырубить. Иначе, ребята, он сделает потом супер удар, и это будет больно. Так, давай, пристеголов, добивай. Ну, а змеевик мне не особо страшен, потому что он что может сделать? Ну, ускорить там, да? Ускорить. И что у него еще есть?
Ну и удар хвостом. Все зависит от того, какой именно змеевик. Какого класса. Ну, это синий, то есть он работает, ребята, в основном на ускорение. На ускорение команды. Все. Ну что же, еще одну победочку нам с тобой нужно как-то выдержать. Поехали. Не будем тут долго с тобой рассусоливать. Надеюсь, мне дадут солянку. Нет. Кревет. Я уже и забыл про него, если честно. Давненько он мне не выпадал. И вот смотри-ка, явился, не запылился. Блин. Конечно же, в первую очередь его. Так, смотри, что он делает. Тройной удар сейчас ходит. Кого бомбит? Понятно, в моего, да? Так, кревету мы понижаем защиту. Так, давай, громобой, добивай его. Шикарно. Быстро, кстати, мы справились здесь. Уклонение. Аллилуйя просто какая-то, ребята, я не знаю, да? Счастье просто какое-то. Ладно, давай так сделаем. Быстренько с тобой разберем тройной удар. Надеюсь, быстренько. Вот чуть-чуть не хватило, да, критануть? Что ты делаешь, а? Блин, добьют, да, все-таки мне? А, нет. Это, кстати, была роковая ошибка. Так, смотри, что у него. Это я у тебя, парень, украду. Погоди-ка, а что я сделал? Ускорение? На самом деле, я думал, что у нас здесь никак не ускорение. Я должен был украсть у него вот этот вот баф. Но я, видимо, попутал, да? Да, друзья мои, по ходу дела я попутал. Это не у него делается. Да ну, успокойся, парень. Ну что, на пак мы с тобой наскребли. Это только первый. Еще второй впереди. Ну что ж, давай откроем, посмотрим, что нам здесь выпадет. Шепот смерти, древоруб, шипорез, костолом и водорез. Плюс глыба. Окей. Так, теперь я хочу посмотреть, сможем ли мы прокачать. Погоди секунду. Так, секунду. Ну вот где у меня, например, шепот смерти? Подожди, нужен 51 уровень. Я, видимо, неправильно понял, да? Ну да, 51 уровень. Да я замучусь прокачивать их до 51 уровня, если честно. Поиск 1 час. То есть ты хочешь сказать, что у меня злобного змеевика нету? Как-то немножко странно это все звучит. Ладно, фиг с ним, друзья мои. Давайте продолжать с вами очередные поединки за второй пак. И нам выпадает соляночка. Там с тройным ударом. То есть, я думаю, мы справимся здесь. И глыба. Ага, и шипорез. Блин, тут, если честно, они все сильные. Но я, наверное, все-таки начну с тройного удара. Блин, глыба. Да-да-да, он будет станить. Поверь мне, будет станить. А что это они сразу переключились? Давай так сделаем. Да ядрена матрена, а. Они все переключились почему-то на... Ага, шипорез все-таки решил вот так вот сделать их. Окей. Так, глыба добьет, наверное, сейчас, да? Мощные удары, тут ничего не скажешь. Так, тройной удар кого будет? Слушай, по-моему, тут фейлом пахнет. Они сейчас уничтожат мне, судя по всему. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас звезданет. Трындец. А так как у меня нету, извини меня, моего маленького друга сардельки, здесь меня распечатают. Это уж точно, поверь мне. Тем более с пониженной защитой. Все, ребят, кранты. Слушай, а может быть нам сардельку с тобой вернуть, а? Блин, ну у сардельки такие слабые удары. Она может только через отражение работать. А вот по атаке она ватная. Всего лишь один дракон побежден. То есть 9 еще нужно победить. Ладно. Попытаемся. Опять тут у нас страшное чудовище, да? Плюс шипорез. А, ну здесь лаварык.
Начнем, наверное, с шипореза. Ты, твою же налево, а, промахиваемся. На. Понятно, начинает сразу же, да? Так, неплохо всыпали. Шипорез, успокойся, ничего не делай. А это, честно, на... ну да, да, да. Именно огоньком будет полыхать. Обалдеть просто, что он тут натворил. А если вот так вот? Под крит, отлично. Ну-ка-се, ну-ка-се. Раз, два. Так, сейчас сходит он. Два раза причем. Понятно, минус боец. Ну, а мы вешаем сало на них. И вот так вот. Блин, вот это вот массовая так почему-то слабенькая у него, да? У тройного удара. Ну, здесь я думаю, что победа за нами. Тут понятное дело, да? Сейчас этого уничтожаем, а лаварык сам по себе ничего вообще не сделает. Давай-ка мы его немножко вот так вот. Тыдыщ. Еще бы не помешало бы, да, вешать на него после этого удара какое-нибудь отравление. Смотрелось бы интересно. Так, и кусаем. Все. Здесь, как говорится, у нас все отлично получилось. Поехали. Не будем задерживаться здесь. Ну, в принципе, неплохая комбинация. Красных нету. Одна зелень, синюха и фиол, да? Отлично. Так, пристиголовый тут выпендриваться начинает. Лаварыга я трогать не буду. Я, наверное, все-таки начну вот с этого. В начале. Твою же налево, а, уклонение. Ты понимаешь? Опа. Зашибись. У меня была усиленная атака. Он своим ударом просто ее сбил. Вот и все. Так, ну что, теперь, естественно, будет у нас тройной удар, да? На тебе. Сейчас что-то будет. Сейчас будет что-то ужасное. Блин. Пошла массовая атака. Сейчас кого-то потеряем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты серьезно? Ты сейчас серьезно? Вот это он звездолун, друзья мои. Вот это он трындец. Все, по-моему, крышка кому-то. Да мы здесь проиграли. Тут что мне сделать? Да. Вот это он звездолун, друзья мои. Тройной удар сделал свой козырный удар. И почти все слегли. Ну, так вот по одному дракону уничтожаем. Мы с тобой будем здесь... до посинения играть, если честно. Так, что у нас тут? Ой-ой-ой-ой, два красных плюс синька. Это не лучшая комбинация для меня. Блин, и тут кревет, и этот еще красный. О, еще и шипорез. Ну все, понятно, короче. Судя по тому, как мы начали, да, с промаха, это сулит только одно. Фейл. Сейчас кревет звезданет своим лазером. И сразу же атаку себе повысил, а? И сразу же повысил себе атаку. А мы только с тобой уклоняем. Мажем, точнее. Мы только можем промахиваться, вот и все. Ну, добили, да? Отлично. Так, шипорез. Пускай что-нибудь потратит, ребята. Смотри, у них копится. Шкала, они не собираются, ребят, здесь особо ее тратить. Я как посмотрю. Давай укусим. Ну, блин, чё так больно бомбит-то, а? Так, у него еще и усиленная атака. Так, молчанку на него вешаем, потому что я знаю, он сейчас будет фаерболы свои разбрасывать. Так, ну, громобой пока. Было приятно с тобой иметь дело, и мы уничтожаем. Все, друзья мои, тут прекрасно получилось, нам повезло. Ну что, остается лишь двух дракончиков нам подбить. Кстати, рынок. Блин, ареновские содержат элитных. Вот сколько здесь? Вот не написано, да, сколько дает? 150 рун тратим на сколько? Непонятно. То есть одну всего лишь дают или что? Одну карточку получается, да? Нет смысла тогда, да, тратить. Ладно. Поехали. Последних двух драконов с тобой бомбим. Так, даю солянку. И получим все-таки пак.
Блин, 12-11 уровень, да? На-ка. Это вам для начала. Так, секунду. С кого начать-то лучше? Я думаю, наверное... Давай со змеевика. Блин, ну вот так вот, нет. Вот так. Трындец. Раньше у меня промахивалась постоянно сарделька. Теперь у меня постоянно промахивается громобой. Да что ты будешь делать с ним? А я не знаю просто. Что вообще тут происходит? Так, минусанули. Есть ли смысл? Наверное, нету. Атака вообще никчемная. Что-то сейчас, по-моему, будет, ребята. Ага, он промахнулся. А этот делает супердах хвостом. Тройной удар мы потеряли с тобой. Да что ты будешь делать? Я с такой атакой не буду делать, ребят. Я не согласен. По минималке бить? Нафиг оно нужно? Ай-яй-яй, громобой, ты главное выживи. Вот, вот так уже можно, ребят, потратиться. Замечательно. Так, у него накопилась вся мощь. Ой. Твою же налево. Ну, естественно, он промахивается. Ну, а как же, ребят. Все, нам крышка, по-моему. Он сейчас сделает свой суперудар. Хвостом. Нет. Нам везет. Ну, нам нужно было всего лишь двух драконов подбить, а мы с тобой подбили трех. Ну и забираем с тобой последний пак. Вот он наш хороший. Давай посмотрим, что нам выпадет. Шепот смерти, ужасное чудовище. Так, лаварых и громобой. Змеевик. Прихвостень. И беззубик, надо же. Вау, тройной удар, чемпион. Слушай, ну неплохой такой пак, я тебе скажу, на самом деле был. Так, давай заберем свои 10 рун. Так, что мы можем с тобой? Да пока ничего, да? Мы можем единственное... А, тут строится. Почти 14 часов все это будет делаться. Ну, слушай, это приличное время, 14 часов. Это только на следующий день мы с тобой сможем, да? Так, иди за деревом. Так, подожди секундочку. Тут 4 минутки, это у нас мельница. Подожди. А, это на обучение он у нас, бесплатно. Он у нас обучался. Ну, лети дальше тогда. Блин, расширить эту академию, а? Я вот не знаю. Место в академии будет сразу 6 вместо 3. Друзья мои, напишите в комментариях, стоит улучшать или же нет. Расширять, я имею в виду, академку. Так, здесь у нас обучите драконов и используйте ускорение. Так, получите 9 уровень зала, чтобы разблокировать ежедневные задания. Да, надо будет это все делать. Ну что, друзья мои, на этом, пожалуй, мы будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!